Это твой калькулятор? Да, это мой калькулятор. Калькулятор. Давайте еще раз, все вместе. Калькулятор. Урок в классе для украинских детей в гимназии имени Лессинга в Берлине. Эти школьники в возрасте от 12 до 17 лет бежали от войны из разных городов Украины. В берлинской школе они занимаются всего 3 недели. С этим классом мне легко работать по сравнению с другими. Я знаю другие примеры, где ученики не так грамотны и не говорят по-английски. Там общение действительно намного сложнее, а в этом классе все совсем не так. Английский помогает и в общении с немецкими школьниками. Учительница Ари Берри Веселай говорит, что заниматься с украинскими детьми для нее очень важно. Ведь она сама 30 лет тому назад бежала в Германию из Косово. Поэтому она не понаслышке знает, что необходимо с самого начала много говорить на новом языке. Сегодня ученики посещают школьный сад и огород, чтобы выучить, как по-немецки называются травы, как они пахнут, для чего их можно использовать. Мне нравится школа, потому что система образования здесь совершенно другая, чем в Украине. Здесь мы больше говорим, а в Украине больше читаем и пишем. Ари Берри Веселай хочет донести до детей, что знание немецкого в любом случае пригодится им в жизни, даже если пока не ясно, где они будут жить в будущем. Она старается принести немного радости в жизнь своих украинских учеников, ведь им сейчас приходится нелегко. Половина моей семьи все еще в Украине. Мой отец, мой дедушка и дядя все там. Но мы звоним друг другу. Очень трудно об этом думать. В школах Германии уже сейчас более 40 тысяч детей из Украины. Ожидается, что дети, которые приедут позже, вероятно, будут еще более травмированы. Поэтому их интеграция в школьную систему может быть более сложной.